Майнинг-отель работает в Калининграде. Об этом сказал на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Достаточно сложно научиться тому, чтобы все это было правильно и чтобы не спалить, условно говоря, квартиру», — сказал Алиханов. «Поэтому у нас в Калининградской области есть майнинг-отель, где эксперты не только консультируют, но и на практике помогают установить оборудование и обезопасить его». По словам губернатора, майнинг криптовалют — это дело, с одной стороны, высокорисковое. Алиханов сказал, что у него есть небольшой, но насыщенный опыт трейдера. А с другой стороны, прибыль очевидна. А с развитием тепличного хозяйства вся область может стать большой майнинговой фермой. И, по словам Алиханова, во всех смыслах слова.